Пожилой мужчина умер прямо за рулем. На углу Соборной и Греческой автомобиль «Черри» съехал на тротуар и столкнулся с клумбой. Удар был незначительным и вряд ли послужил бы причиной смерти. По словам медиков, у мужчины, скорее всего, случился сердечный приступ. Скончался он до столкновения или после, установят эксперты. На месте полиция и медики. Они приводят чувство пожилую женщину. Она ехала в этой же машине.